фотоконкурс «Война через объектив» проходит в Московской области с 10 февраля по 31 марта. Проводится он в двух номинациях – реконструкция фотографий и фронтовая фотография. Для участия в первой нужно прислать работу, полностью отражающую сюжет одного из фронтовых фотоматериалов, созданных в годы Великой Отечественной войны. В номинации «Фронтовая фотография» конкурсанты предоставляют военные фото из семейных архивов с кратким биографическим рассказом о родственнике-ветеране.